Первое воскресенье апреля по всей стране отмечают День геолога. В это время начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. Все знают, что работа геологов связана с исследованием Земли и поиском полезных ископаемых. А вот то, что без них не начнется ни одно крупное строительство, известно немногим. О том, где в Мурманске установят очистные сооружения и кто дает название грунтам, в нашем следующем материале. Этот объект геологи называют «Южный Кос» – канализационные очистные сооружения. Но прежде чем здесь проложат трубы, снесут недострой и заложат новые здания, пройдет еще много месяцев. Сегодня с помощью буровой машины отбирают пробы грунта, которые впоследствии отправят в лабораторию для анализа. Максимальная глубина скважины – 60 метров. Результаты будут уже видны, скажем так, промежуточные после окончания полевых работ, когда геологи описывают выработки. На основании этих описанных выработок мы составляем колонки инженерно-геологические, где мы видим различные грунты и с лабораторией там несущую способность, скажем так. Что, как здесь можно строить, зачем здесь можно строить и различные фундаменты. Пока это, по сути, рекомендации, где и что целесообразнее разместить. Но именно от них будет зависеть стоимость и темпы строительства. И самое главное, его будущее. Наша школа номер 55, если я не ошибаюсь. Вот она, да, у нас как раз напротив есть. Вот. Да, ее разбирают, там тоже рекомендовано было, по-моему, если я не ошибаюсь, в свое время не строить. Все-таки построили, сделали там, не знаю, какие, наверное, свайные фундаменты. В итоге при динамических нагрузках, когда там стали делать, построили бассейн, он начал сползать. Вместе со всей школой, соответственно. Пробы привозят в лабораторию. Грунт в мешках просушивают, просеивают и опытным путем определяют его физические параметры, чтобы выяснить, как он поведет себя в реальных условиях, какую нагрузку выдержит, насколько усядет. То есть мы его должны как-то назвать. Мы определяем также удельный вес вот в пикнометрах, которые стоят здесь, вот эти вот маленькие бутылочки. Вот. И после определения этих физических характеристик мы даем грунту фамилию, имя и отчество. То есть мы его называем. Определенным образом. После этого мы знаем, какие механические испытания можно с ним производить, для того, чтобы получить уже те характеристики и те коэффициенты, которые используют проектировщики в своих расчетах. Один из важнейших показателей – реакция на воду на этом объекте. Он особенно важен. Залив находится буквально в двух шагах. Чем вода жестче, тем губительнее ее действие. Мы делаем вытяжки из грунтов и определяем параметры агрессивной активности воды по отношению к бетону. Органические вещества, которые тоже являются разрушительной активностью какой-то, оказывают органические вещества, хлориды, определяем жесткость общую и кальций непосредственно, который является одним компонентом жесткости воды. Только для анализа одной пробы требуется несколько недель. Результаты же работ по всему объекту будут готовы не раньше, чем через полгода. Екатерина Гладышевская, Татьяна Юлусова, Евгений Бугрецов, телекомпания